4. Здравствуйте, это «Мандариновые новости», и с вами Вики. Здравствуйте, с вами «Мандариновые новости», и сейчас мы берем интервью у девочки, которая вчера впервые увидела самого стильного человека на планете, а возможно и во всей Вселенной. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вчера увидели себя впервые вживую? Да, это было вчера, мне очень нравится. Какие ваши впечатления? Положительные. На первый взгляд, он очень большой и сильный. Еще мне понравилось то, что он говорил на своем родном языке. Вы понимали все, что он говорит? Да, я родом из Украины. Я очень хорошо разговариваю и понимаю греческий язык. Вы взяли у него автограф? Да, он расписался в моем классе. Вам понравилось, как он пел? Да, это было здорово. А вы с ним сфотографировались? Мы фотографировались как рядом, и я стояла вот на него. Вас удивило то, что она взяла платком? Честно говоря, это было здорово, я была впечатлена его стилем. Вы задали ему вопрос? Нет, к сожалению, не задала. А в церкви участвовали? Нет, но я поддерживала свой отряд в трибунах. А видели его машину? Да, она была просто шикарна. У него вместо украинских номеров украинский надпись БКТ. Вы представляли его именно таким, каким вчера увидели в лагере? Да, мои ожидания оправдались. Вчера на этой встрече мне было просто горе эмоций. Спасибо за интервью. До свидания. До свидания. Наш любимый методист Нана! У нас сегодня есть еще один особенный гость. Судья соревнования, заслуженный мастер спорта Украины, двукратный обладатель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, капитан сборной Украины по стронгмену Василий Ярощук, встречайте! Я вам желаю побед! Конечно, ребят, будьте классные, спортивные, активные. Поэтому успехов и побед вам. Спасибо, благодарю вам. А я в свою чергу вітаю всіх учасників сьогоднішніх змагань. Бажаю вам, щоб перемог сьогодні найшвидший, найсильніший. Всім привіт! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. З великим підривом займає команда «Активісти». Але це ще не закінчення змагань. We're beautiful like diamonds in the sky.
Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Яблочко дерева редкого, любовью зовущегося, камушка с горы страха и дубины, вытесанные из редкой породы дерева ответственности. Схватил Добрынюшка камень, думает, мол, напугаю чудо-юдо, да и кинул им в Бабу-Ягу. Да лишь сильнее стала ведьма, еще больше молний меч и поступки. И задумалась Баба-Яга, и поняла, что серьезно нарушила свободу граждан мандариновских. И решила она заключить с ними договор. За свои злодейства коварные покинет она края мандариновые и будет границы их охранять, пропуская лишь чистых сердцем и душой. Преобразилась ведьма, стала красавицей неописуемой. Отныне любовью зовущейся и жизнь граждан страны мандарин защищающую, выдворяя всякого, кто посмеет эти правила нарушить из страны, а богатыри ей помогали. Це був сон, тому що справжній Василь Вірастюк, ось він. Що, городов нету? Киев. Копаем! Мы слышали, что вы байкер. Вы еще занимаетесь байкерством? Женский вопрос. Це так прозвучало, так би ми бачили, що ви займались дурницями. Довго ви ще цим будете займатися? Так, дійсно, я байкер і вже декілька років цим захоплююсь. Скажу вам навіть більше. Два роки тому я був ініціатором і організатором мотопробігу. Ми разом з хлопцями, разом зі мною було ще семеро байкерів, і ми проїхали усю Україну, об'їздили всі 25 обласних центрів України, і наша мета була це популяризація взагалі здорового способу життя, це зрозуміло, тому що я спортсмен. Але ми їздили і агітували всіх за безпечний рух. Лукоморье мальчик Вася веселым был, очень веселым, бегать любил, прыгать любил. И пришел как-то этот Вася ко мне, и подарил я ему зеркало волшебное. В этом зеркале увидел он свою судьбу. Предстал пред ним выбор серьезный. День думал, подумал, неделю думал. Ну как бабушке-то не помочь?
Вася Выбор. Прошло 2 года. Некому помочь-то, царю. Мучился царь, мучился. А тут Вася на тренировку идет. Видит царь, помочь-таки надо. Пригласили экстрасенса. Ты о девушке забудь, собирайся в путь. Что за дивная идея в мою голову пришла? Надо же, чтобы к нам на свадьбу, я к бабушке. Что же делать? Как нам быть? Ну, а может, отравить? Нет, я знаю верный способ, как ее освободить. Надо, чтобы в честном бою, в честной битве поражение потерпел. Ну так кто же согласится? Знаем этих мы людей, сказал Пяточкин Сергей. Это Вася Верстюк. Он сильнее, чем наш друг. Боже, нет! Только не Вася! Я на все согласен, буду. Поддерживаем! Спасибо и для себя.
вами і свято для мене, тому я всім вам дякую і хочу вам побажати хорошого відпочинку, гарного настрою. І я вас прошу, слухайтесь вважатих. Прошла ретро-вечеринка. Наши ребята были одеты в костюмы давних времен, с 30-х по 80-х года. Эта вечеринка показала, что мандариновцы не только хорошо помнят прошлое, но и умеют вживаться в разные роли. 24-й отряд подобрал очень зажигательную музыку, под которой было очень весело танцевать. В этот день в кинотеатре также транслировали фильм, который подходил под идею дня. День прошел очень весело. Walk, little walk, small talk, big thoughts, gonna tell them all just what I want. That street, two streets, I see you and me hanging on the empty swings. Count high, low, don't worry, my eyes are closed, I'm the Superman and it's my show. One shoe, two, gonna kick with my new shoes, I'm gonna kick until I need new shoes. Hot those hipsters, I bought a dad. Тоже из серии романов, тоже с драмами, кусочки драмы. Получили ли вы какую-то награду? Я собираюсь на следующей неделе поехать в Париж. Там будет известная выставка книг. И там же будете награждать за самую лучшую книгу. Я хочу сказать, что мои девочки, Полина, она просто как моя дочка. Они знакомы с самых пелёнок. Наговариваются на моих крошечек. Смотрите, какие они красивые. Как они могут курить? Кожа бы сохнуть. А они красотки. Я не понимаю, наверное, вожатые тут наговаривают или Ваня? Тебе же не нравится? Ну как можно вожатые наговаривать? Я извиняюсь, Маша. Я приехала из самой Москвы сюда.
родилась. Вы меня мамаша называете. Stop, don't.